У рэгіёне працягваецца дабрачынная акцыя «Збяром партфель першакласніку». Сёння з прыемнымі і карыснымі падарункамі шматдзетную сям'ю муж-кавец наведаў старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей. На парозе гасцей ветліва сустракае гаспадыня кватэры Татьяна. У зале чакаюць яе 4 дзяцей. Двайняткі Женя і Ягор сёлета стануць першакласнікамі. Сын Рома пойдзе ў 3, а дачка Діана ў 5 клас. Кожнаму ад губернатара партфель з усімі необходными для вучобы приналежностями. На гэтым подарунки не скончыліся. Для дзяцей падрыхтавалі і салодкія сюрпрызы. А Рома, які марыць аб кар'еры футбаліста, атрымаў спартыўную форму і футбольны мяч. Я благодарна очень сильно, что вы приехали, что нас посетил губернатор, то, что у детей очень много впечатлений о том, что им подарили. Я всегда мечтала о многодетной семье. У меня очень хорошие родственники, которые нам помогают, дети замечательные, которые всегда поддерживают маму в трудной ситуации. Я их поддерживаю тоже всегда. Задача дорослых – подарить детям як мага больше тепла и клопоту, створить все умовы, каб яны могли поспяхова вучиться. Подчас правядзення областной акции «Збяром портфель першакласніку» уручили уже каля 1000 школьных комплектов. Звыше 11 тысяч семьев отримали материальную допомогу на агульную сумму у 1 300 000 рублёў. Доброчинная акция протягнется до конца жнівня. Да яе таксама актыўна далучаюцца прадпрыемствы і арганізацыі рэгіёна.